Ребятки, всем здорово, всем приветики. Вторая серия по русской рыбалке 4.0. И что хотелось бы вам сказать, показать. Самое первое, то, что мне тут понаприсылали кучу сообщений. И самое интересное, это то, что мне подписчики прислали всякие плюхи. Ребят, никогда не думал. Вообще, просто спасибо вам огромное, пацаны, кто подписчики мои, кто вот помогли мне. Вообще, просто огромное спасибо. Сейчас просто поотвечаю на сообщение. Так, ага. Смотрите, вот, Бог, привет, твой подписчик. Прислал кучу всего, чай нужен для восстановления энергии. Я вот принял несколько предметов и думаю, блин, надо же это заснять, а то я в экстазе в таком просто. Бог, спасибо тебе огромное, реально, просто от души. Я пока много чего не знаю, но думаю, наверстаю. Вообще, просто огромное спасибо, правда. Так, вот это, конечно, карта комариная. Офигеть, я, конечно, пока реально не знаю, как это все пользоваться, но я думаю, на карте будут отмечены какие-то прикольные места. Блин, вообще просто от души, от души. Просто от души, ребята. Ну, вот этого парня, я думаю, можно удалить. А как его удалить? Давайте на Dell. Нет, на правую тоже нет, никак. А ну-ка. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Удалить переписку. Данную переписку, да. Ну, это я место спрашивал, в принципе, зачем она нужна, эта переписка. Так, на мостике, да, вот здесь на опарыша сказали, можно половить. Давайте половим. Глубина метр. На R. Нет, на T. Наверное, скрин сделал. Надо, так, как обрезать быски. Так, 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 так. Подсечка, заброс, быстрый выбор приманки. Пищи. Инвентарь на и садок не выжу. А вот зажать у, быстрый выбор, зажать у. Ага, даже так, да. Ну окей, окей. Вот мне дали вот этот, наверное, или какой, нет, вот эта вот удочка. Ага, вот она есть. Глубина 1 метр 12 сантиметров. Давайте сделаем метр. И там был разговор на опарыша. На опарыша, на опарыша. Хлеб. Я как-то странно это все меняю, ребят. Ну, сори, реально. Пока что я вот, вот так вот. Еще то, что у нас сегодня день, это хорошо. Так, а на что, как обрезать? Ух ты, нет, обрезать нам не надо. За это приблизить на С. Это у нас садок, окей. На вешку. Это у нас просто, наверное, открытие удочки. Ага. О-о-о. Клев, 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 ребята. Клев. Сейчас пойдет жара, ребятки. Опа-чан. Первая рыбка. Первая рыбка. Ух ты. Максимум сразу столько тун-дун-дун-дун всего. 29 очков опыта. И плюс плотва обыкновенная. В садочек. Это мне нравится. Это мне нравится. Интересно, насадку надо менять или она, точнее надевать, или она автоматически надевается? Вот если она автоматически надевается, это, конечно, крутяк. А если нет, то я косипор. Клюет, ребятки, клюет. Я немножечко приостанавливаю видео, потому что, ну, как бы ждать. Оп! Сорвалась, что ли? Не понял. Ладно, давайте вытащим полностью ее и посмотрим. По-моему... А, не, висит, да, опарыш на Б. А, надо, наверное, держать, чтобы можно было поменять. Личинка караеда. А, я ловлю на личинку караеда. У меня опарыша нету, да? А мне парень говорил, надо ловить на опарыш, на Н. А, вот у нас на Н. Наживка и крафтинг у нас есть. Так. Ну ладно, давайте половим немного на на личинку караеда. В принципе, у нас же клевало, я думаю, еще клюнет. А на опарыша, то есть, половим чуть-чуть попозже. Думаю, будет все good. А, ребята, клюнуло, я забыл этот видос включить. Гляньте, я да... Ух, ни хрена, ни хрена, ни хрена, ребята, как делать? Ё-моё, припускать надо? Что делать, ребята? Ё-моё, леска оборвана. Не назначена наживка.
Блин, вот это прикольно. Я, конечно, не знал, что надо делать. Вот я косипор. Леска есть, наживка. Отсутствует крючок. Спасибо тебе, братан, что подогнал мне крючки. Пока твои использовать не буду, потому что мне кажется... Хотя, две штуки. Но я боюсь, что-то клюнет хорошее. Я, наверное, пока буду использовать вот эти вот говёные крючки. Пока возьму ее и возьму тип. А, вот, не, вот, все-таки конец. Опарыш был у меня надет. Так, а удочка, сколько же она мне выдерживает? 5-35 грамм, да? Что-то вообще как-то несерьезная она у меня, если честно. Вообще несерьезная. Ну, ничего. Ничего, ё-моё. Все, сейчас дело пойдет. Нормально, нормально все будет. Рыбка ловится будет и большая, и маленькая. Но правда я не знаю совершенно, что делать, но я понял, что в сторону дергать не рекомендовано, ребята, реально. В сторону дергать, ну его нафиг. Надо просто как-то вот ждать, может так вот так вот чуть-чуть удочка надо подтягивать, но дергать в сторону стопудово не нужно. Так. Ждем, ждем, ждем. Но дело идет, идет, поклевочки есть. Ну вот у меня на поплавке какие-то вот фризы. Вот мне вот это не нравится. Это вот мои лаги или что это происходит? Я, честно, не понимаю, почему это происходит. Ну как-то медленно оно все клюет, если честно. Малек, наверное, какой-нибудь по-любому. Несерьезные поклевки такие. Опа! Пам-пам-пам-пам-пам. Ничего не поймал. Сорвалась. Снасть готова к забросу. Ну, давай забрасывай, Вася Андрей. Блин, а чё так близко? Не могу понять. Хотя сегодня смотрел видос. Чувак как-то забрасывал просто так. Хоп и забросил. Я такой думаю, нифига себе, у меня так не получается. Ну, может быть, я просто еще косяк, неопытный рыболов в этой рыбалке, и у меня так не получается. Но я думаю, в дальнейшем будет все нормально. Но вот фризы мне не нравятся на поплавке вообще, ребят, не нравятся. Я не знаю, что делать с фризами. Видите, да, он как-то блики у него какие-то. Что-то какая-то хрень. Так. Еще раз хочу поблагодарить Бога, моего подписчика. Спасибо за подгон, вообще за все, вообще от души. Очень приятно. Я рад, что ты мне столько всего подогнал. Поэтому будем продолжать, будем играть по-любому, будем развиваться. Но что-то рыба вообще не клюет, не хочет. Чик. Подтянем к берегу. Нет. Так, а как же удочку на рогатку поставить? Г, H, необходимо у меня ловля на бутерброд. Интересно. На М это карта по-любому. Ага, вот какую-то карту вот, показывает мне. Не знаю, что это значит. Но думаю, может что-то и значит. К. Ну как значит, что там надо ловить? Странно. Странно, странно. Вообще, да, как заглохло. Освобождение, обрезать леску, быстрый. Так, первый слот один. А, вот оно как. Короче, я проставил на слоты, теперь могу вот так, да? Слот пустой, слот два пустой, слот три пустой. Так, ну это у меня... Так, V это не то, X не то, Z-очка, на B-шка, на N это крафт, на M это карта, H, G, H это фонарик, на E, на R, на T это напитки. Вот, на U, может его надо как-то переносить. Во, первый слот, вот эта удочка, ну вот, все, ну-ка, первый слот. Да ну, да ну. Ну.
Я что-то не понимаю. Либо я дурак, либо вы же не едут. Почему он не убирает удочку? Как-то странно, если честно. Взять в руки. Ну, я ее в руках держу. Че, блин? Как-то реально странно. Локация деревня. Вы не участвуете в состязании. Да это-то... Гляньте, что он делает? Что за бред, ребят? Рюкзак, а ну-ка открывай, дурачок. Удилище, удочка, удочка. Пипец, я вообще не понимаю, что происходит. Тут правда. Просто какой-то бред. Либо у меня лаги такие сумасшедшие. Я не знаю, что происходит. Как ее вообще убрать? Я что-то вообще просто в ахере. На С. Фу, блин. Просто жесть. Ребятуля, я, короче, походил, побродил по локациям тут немножечко. В итоге ни хрена нигде у меня не клюет. Я как этот, не знаю, как невезучий рыболов, который шарится по локам и ничего не может поймать. В итоге я вот сейчас закинул сюда вот, на это же место, где я ловил, и пытаюсь что-то выловить. Время у нас 12 часов ночи. Я не знаю, сколько тут час игрового времени с реальным, то есть соотношение, без понятия, сколько мне придется тут сидеть ловить, но я надеюсь, может быть, какие-то поклевки у меня будут. Еще я не знаю, как ставить удочку на крюк или просто ее ставить, и вообще, возможно ли это как-то делать. На Alt, на Ctrl, я не вижу никаких пока движений и действий. Надо все разбираться, надо все смотреть, потому что может быть на спиннинг что-то может пойматься, да, то есть, ну, надо как-то это разглядывать. Просто тупо сидеть на поплавок, смотреть это, думаю, не очень спортивно и не всем этого хочется. Поэтому я пока буду разбираться. Но я зато узнал, как убрать удочку в инвентарь. Это бэкспейс, ё-моё, ребята, это бэкспейс, просто жесть. Сори, да, за мои затупки, но, увы, хотя бы одну рыбу поймали. Ребята, только поставил на паузу, и начались вот такие вот поклевки. Я совершенно не вижу, то есть, как он, ну, воду-то я не вижу, все темно. Я надеюсь, когда он уйдет, утонет или очень сильно поведет, я все-таки увижу и смогу сделать подсечку. И надеюсь, все-таки эту рыбу я смогу вытащить. О-о-о-о-о. Так, есть, 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 есть. Идет, 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 идет жара. Что делать, ребята, вот в такой ситуации? Опа! Нифига себе, даже получилось вытащить, ни хрена себе. Крутяк. Мне это нравится. Ребята, рыба, рыба! Рыба, ребята! Карп обыкновенный! Над килограмм. Ребята, просто божественно в садок его, ёпт. Вот это рыбалка, вот это азарт, я понимаю. Вот это пироги, ё-моё. Пироги просто. Вот так вот я хочу ловить, да. Вот так вот мне нравится. Четко. Вот это круто. Вот так надо ловить. Блин, наш азарт появился. Не зря начал рубить в эту игру. Теперь главное в ней разобраться. Надеюсь, вы мне поможете. И будем рубенить с вами. А сейчас ждем поклевки. Ребята, я теперь совершенствуюсь. Я понял, как ставить на рогатку. Оказывается, на нолик ставится рогатка. Пока рыба больше не клюет, но я достал спиннинг. Может быть, я, конечно, не прав, что я собрался ловить на спиннинг. Но я думаю, надо немножечко все-таки половить на спиннинг и, возможно, что-то впоймать. Если вдруг что-то клюнет на нашу поплавочную снасть, я думаю, я успею переключиться, хотя я как-то не сильно в это верю, правда, но хотелось бы верить, что я смогу. О-о-о! Ой, парный бабай! Да, ребят, да. В этом весь Герман, пипец. А почему я не смог, я что-то не пойму. У других я он видел людей получается так быстро. Взять удилище на Е. Ну и почему так долго все происходит? Очень долго.
Очень долго бралось. Ну ладно. Ребят, я не знаю, почему люди пишут, что типа офигенно клюет карась. Ну вот сейчас, конечно, клюнул, но я ждал долговато. В принципе, если следите под видосами моими, вы можете понять. Карась золотой. Во, второй уровень. Садок. Вы можете понять, что я как бы приостанавливаю видео, но уже как бы прошло столько времени, и вот у меня только первая рыба. Но сейчас давайте посмотрим, может быть, все-таки как-то, да. Ну вон, если в чат глядеть, у ребят вообще реально клев идет. Вообще реально. А у меня как-то тухляк. Ну, ничего, я думаю, мы с вами наработаем дело. Итак, ребята, заклевала у меня удочка. Я ее подхватил. Одну поклевку я пропустил. Не знаю, как это на дальнейшем отразится. Смогу ли я сейчас вытащить рыбу? Не смогу. То есть, когда поплавок утонул, я пропустил. Я достал. О-о-о. И вот эта удочка клюет. Офигеть. И тут я тоже просрал. Короче, я просрал везде, где только мог. Так, мне прислали новое сообщение. Сейчас обязательно посмотрим. Давайте эту удочку поставим. Возьмем вот эту удочку и закинем. Ну, даже тут стоит. Хотя я там глубину поставил на перьевом. Что-то там неплохую глубину. Ух, 1,25 м, наверное, поставил. О, гляньте, гляньте, гляньте. Уже пошло, пошло, пошло. Но я, ну, оторвал. Почему-то, когда я ее дергаю, у меня, ну, то есть она, видели, леска такая, хоп, дернулась, и рыба как бы, наверное, пугается этого. Во-во-во, какой-то, не пойму, да, ну, клев же был, он пошел. Но я ничего не поймал. Ну и ладно, хрен с ним. Нет, так нет, ставим. Будем ждать. Вот меня больше интересует вот та удочка. Вот та меня прям долго он берет, потому что я видел видосы, где берет он быстро удочку. В чем проблема? Напишите, пожалуйста, в комментах. Я реально без понятия, что он так долго ее хватает. И плюс еще потом подтупливает. Ну правда. Клюет, ребята, клюет, хватаем. Опачан. И видите, он как-то ее подхватывает очень прям вверх. Я не знаю, почему так. Во-во-во-во. О, наконец-таки. Еще одна рыбка. Слава богу. Ну что-то как-то долго. Лещ. Во. Ну прям великолепно. Так, та удочка не клюет. А, не клюет. Ладно, я думаю, на этом вот сейчас попробуем вытащить с этой удочки рыбу. О, ну вы видели, да? Она как бы сама еще и подсекла. Ерша. Новый уровень на Ерше. Ладно, ребят. На этом заканчиваем видос. Если вам было все интересно, то, естественно, становитесь подписчиком канала. Если нет, не становитесь. Также пишите комменты, ставьте большие пальцы вверх и давайте советы по продвижению. Третий уровень. Начало положено. Сообщение сейчас прочитаем. Всем спасибо подписчику за подарки. Спасибо. Всем до скорых встреч. Пока.